Название сегодняшнего ролика будет четко и резко. Надо было четко, вот это вот отжимание еды. Что такое? Это вот гражданка встретила и гналась за мной всю дорогу от ворот, пока ей не дал сухариков. Вела себя как малолетняя бандитка. Ну, у нас четко и резко наступила зима. Очень быстро. Вчера в ночь замело нас, замело. Вот. Ну, в принципе, на это самое, на крышах нет большого снега. Кто такое? Ты моя лапочка. Ты моя солнце. Ты мой черноморчик. Черноморчик мой мальчик. Иди скорее. Иди погладимся. Иди мой хороший. Иди покусаемся. Иди мой красавец. Иди мой хороший. Вот. Это жуткая привычка. Гадить себе в воду. Это вот все желатели заводить лис. Сделаем обязательно. Ну, сейчас пишем пилот передачи. Причем, кстати, у нас фантазия закончилась на мир рядом с нами. Вот. А может, вы какое-то предложите название для передачи? Тому будет приз, какая-нибудь сувенирка, которую будем делать в качестве промо-акции. Филька, ты моя грамота. Филькина грамота. Что ты такой вредный злой? Так, ну что, у Черномора на крыше ничего. Здесь тоже все поздувало. У Фили тут немножечко. И вон там у наша Ярочка, Ярочка, моя девочка, девочка. Вон мое солнышко, солнышко мое. Спасибо за слова поддержки вчерашнего ролика. Ну, все сложнее оставаться нормальным и адекватным в этом мире. Как сказал профессор Преображенский, не читайте советских газет до обеда. Так никаких нет, возражает ему доктор Борденталь. Так вот, никакие не читайте. Вранье собралось, ждет. Собакины ждут раздачи. Кто? Кто? Макс. Танка. Виля, бери. Кто, Миша? Носка. Фионочка, иди скорее, моя девочка. Носка. Рыжик. Рыжка. Не трогать. Они все рыжика обижают, сволочи. Ну, я ему туда кину. Так. Ладно. Спасибо огромное за поддержку, спасибо огромное за помощь. Мы пойдем кормиться. Колтыки кому? Колтыки волкам. А хищным птицам? Хищным птицам лучше не надо их. Там очень много хряща и лучше этих самых спинок. Все, Серег, давай побыстрее. Вот. Ну, короче, сохи начали, сохи закончили. Спасибо.